снимаю, уйди от машины, ёпта. Да? Ну пошли. Вау. Вау. Чё, поздравляю, это твоя тачка. Спасибо. Смайл, вылазь оттуда. Пошел вон из машины. Это не Камри. Это конченый чувак, короче, перекупщик, который хочет постоянно... Ну вылезь из машины нахуй оттуда, толстый ублюдок. Чё ты туда залез-то? Да вылазь, Смайл, ну чё ты, серьезно? Пошел нахуй отсюда. Я не выйду. Значит, мы парня проинструктировали, чтобы он никаким людям не продавал машину. Вылазь. Все. Это последний раз. Я умею на ней ездить. Где ключи от тачки? Ключей нету. А ключ куда положили? Какой ключ? Ага. Держи. Эрик, ты мне когда начал звонить, ты в трансляции продиктовал номер. Все, у меня весь ящик почтовый заполнен был. Звонили без остановки. СМСки приходят. Я в шоке. А девушка твоя приехала или да, кто? Да. Ну иди хоть раздели ситуацию-то. А то вы так встали, так с другом встали, так засмущались. Как вас зовут? Катя. Катерина? Да. Понятно. Катя, а вы вместе были, когда это произошло? Нет, я на работе была. А где работаешь? Я в рекламном агентстве работаю. Понятно. Дружбан вообще веселый у тебя. Ну да. А ты чем занимаешься? Я в продажах работаю. В продажах? Да. Понятно. Так, ну что, наверное, давай я тебе дам, ты поснимаешь? Да. А я тебе пройду сейчас, все расскажу. Там. Все, все. Все звонят, да? Алло, Вов, ты смотришь эфир? Чуть не слышно. Блин, еще один звонит. Алло, Илюх, вы подъехали уже? Третий звонок. Третий? У меня блютуз машина. Бро, ты выбрал машину? Да. Пошел отсюда. Ты их не слушай, они насоветуют всего. Мы советуем человеку не продавать ни в коем случае пока машину, пусть он подумает, пусть он вообще сначала ее заберет и получит. Отходите и будете ознакомы. М5 Е60, В10. Мотор имеет историю с Формулы-1. Тогда у БМВ было очень много денег, они себе могли позволить построить такую тачку. Даже сегодня они строят машины гораздо быстрее и где-то умнее, но они не могут позволить себе потратить такие деньги на технологии, которые в этой машине. Ты должен понимать и отдавать отчет, и ты должна его контролировать. Потому что 8 человек из моих, из 10 человек, у которых были такие машины, 8 человек ушли на тот свет. Она, как только ты подумаешь, что... Алло, Илю, выходите. Пусть он просто заходит туда, где твоя машина. Там проходная, да, зайти. Без машины. На самом деле, очень аккуратно. Попробуйте зайти. Это очень важно. Очень аккуратно. В проходную сносить. Я на дистанцию, я редко встречаю таких. HPT центр. Ну, ты аэродром будешь присматривать? Не будешь там подначивать? Да, да, да. Зачем? Дим, смотри, да. Вы будете мешать, я вас сейчас всех выгоню, и больше вообще никогда ко мне не подойдете. Вам ясно всем? Отлично. Ну, супер. Смотри, значит, на тачке были фары, и внутри светились собачки. Угу. На передних фарах и на задних фарах. В связи с тем, что мы их вскрывали и встраивали туда, как инженер поймет, что встраивали туда специальное устройство, да, с дополнительным питанием, а туда попадает пыль. Ну, герметично сделать невозможно просто. Ты вырубил, мы договорим, и потом уже... Да, ты просто выключишь. Вот. И мы решили... Они просто состарились, и туда пыль попадает внутрь. Пойдем, я тебе покажу. Да. Да. Вот это задние фонари, видишь, с собаками. То есть
они тоже целые, они новые, они рабочие. Но... Да, и эти рабочие, эти. Но, время. Видишь, время уже она пошла, вся эта штука. Видишь? Mm-hmm. Но, как бы, мы посчитали, что это... Да, и пыль, видишь, внутри? Mm-hmm. Мы их тебе отдаем, их, и можно в теории там сделать ребилдинг, но это все равно... На, ну, то есть реставрировать, но это все равно будет очень долго. И не, видишь, вот пара пошла, вот, видишь, она от старости просто пошла. Вот, и мы посчитали неправильным отдавать на фарах в таком состоянии. И просто поставили вот фар. Да, и просто мы купили длинную фару. Давай. Мы купили новые фары вперед и назад и, соответственно, поставили. Вот, значит, на машине это пленка, но это не одна пленка. Mm-hmm. Здесь на самом деле три слоя. Три. Mm-hmm. То есть идет сначала хром, потом идет зеленая прозрачная пленка, а потом идет красная. И только благодаря вот, эти, вот этим все, вот этому пирогу, она становится, дает вот, это, вот этот цвет. У нее были некоторые недочеты, мы ее переклеили, мы переклеили на некоторые элементы. Она сейчас отстояла за то время, пока шел розыгрыш. Но в любом случае у тебя на нее полностью гарантия, ты можешь в любой момент по любому пункту приехать, да, и отремонтировать. Mm-hmm. Мы сейчас находимся с тобой в HPC-центр, и в этом HPC-центр ты имеешь гарантию по тачке по техническому состоянию. Соответственно, расходники все твои, да, то есть... Мы поставили все новое, ага. Все абсолютно новое. Масла, фильтра, тормозные диски новые, колодки новые. Все, что нужно по машине, машина в идеальном состоянии, и машина у тебя на нем. Пойдем за руль. Здесь коробка, робот. То есть это не механика и не автомат. Угу. Ни то, ни то. Ставь ногу на тормоз. Вставляй ключ. И нажимай на кнопку старт. Вот она сейчас, видишь, стоит на D, она не заводится. Угу. Как, она заводится всегда с нейтралочкой. С нейтралочкой. Снимаем ручей. Все, вот она. Сейчас она работает. Она еще холодная. Сейчас она прогреется. Значит, на машине стоит другая система мультимедиа. А эта машина будет обслуживаться в принципе где угодно, но когда ее будут читать, она по конструкции, по мотору, по коробке, по диагностике, она BMW M5 E60. А по мозгам, по мультимедиа, она не BMW E60. Она другой автомобиль. Это сделано только потому, что такой системы мультимедиа просто нету, не было на этих машинах. Здесь установлена отличная музыка. Здесь сделано полное ТО, здесь руль делался на заказ, здесь невероятного качества кожи, здесь сделали полную, ну ты просто за него возьмись, просто пойми, какого, вообще, какой объем работы вообще был просто сделан по этой машине. Вот. Климат обычный, здесь стоит жесткий диск по системе мультимедиа, да, то есть есть музыкальная коллекция, также внешнее устройство, также она все айфоны, там андроиды, mm-hmm. все будет читать. Химчистку сделали, но я хочу, чтобы ты понимал, что в любую ситуацию, в любой момент, как только ты, ну, подумаешь, что ты расслабишься, ну, ту секунду, когда ты подумаешь, что ты расслабился, и ты можешь больше, чем она может тебя убить. Ты должен это понимать. Я предлагаю эту машину воспринимать как... Вот они. Как подарок, как друзья твои, да? Да. Значит, у машины, когда ты включаешь M, вот нажимаешь на M, у тебя включается гоночный режим. И в поворотах, когда ты будешь поворачивать повороты, она тебя вот этими спинками будет ловить. Mm-hmm. Значит, точно такая же система стоит у пассажира, да, вот здесь. У тебя стоит продувка сидений и подогрев сидений, соответственно. Датчики давления по контролю в колесах. Коробка может работать в нескольких режимах. Вот сейчас ты ее просто на нейтралке завел, а она на ручнике. Mm-hmm. Ногу на тормоз ставишь. Вот это просто драйв. Видишь, она показывает? Это просто драйв. Все, это обычный автомат. Uh-huh. А самый обыкновенный.
Но как только ты начинаешь им переключать, вот видишь, у тебя первая, ага. Потом вторая там пойдет, третья и так далее. Понял? Вот вторая, да? То есть я тебе рекомендую изначально просто вот так на драйве кататься. То есть даже если ты ногу с тормоза уберешь, она будет стоять на месте. Угу. Газу докоснешься, она поедет. Понял, да? Угу. Задняя скорость, это ручка вот так до конца и вот сюда. Видишь, у тебя R загорелся. Вот у тебя сразу включилась камера. Кстати, камеры здесь, по-моему, не было. Паша у нас не тут. Значит, соответственно, вот все, она у тебя на нейтрал. Как только ты ее глушишь, ручку до конца влево и вперед. То есть ты... На заднюю. Вот ты можешь. Ты на контроле его держишь, поняла? Ребят, дайте аплодисментов парню, он поехал. Езжай, Димон, с Богом. Езжай направо за автобусом. Ребят, отойдите, чтобы он выехал. Пока.